Генеральная уборка в самом разгаре, а Рэй вернулся в вольер довольным. Генеральная уборка в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой идет полным ходом. Грязи, мусор он собирал за зиму много, работы полно, а вот времени на все не хватает. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, мы решили понемногу заодно адаптировать нашего мальчика Рэя. Сегодня женщина попробовала вывести его с несколькими хвостиками, ну, конкретно нас интересуют собаки. Сложно, конечно, но постоянно следить за ним, но другого выхода, к сожалению, нет. Отдельно с ним гулять просто-напросто женщине некогда. Поэтому пока волонтеры убирают, ребята у нас гуляют. Все прошло на удивление лучше, чем женщина даже ожидала. Если бы не Ачик, было бы вообще великолепно. Он постоянно рычит и провоцирует Рэя. И все же, несмотря на это, первый выход в общество прошел на ура. Вольер Рэй забежал уставший и очень даже довольный. Рэй, Рэй, Рэй.